Что произошло? А что произошло? Те сидели в заводе, а то. А ДНР их выбивала. А как, а что летело сюда? Кто его знает? Ну, видите, сколько людей. Ага. Но они спрятались в заводе. Азов. 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 Эти, блядь, террористы, ебаные, блядь, твари. Ага. Что они сделали? Ублюдки, блядь, Порошенко, блядь, и Зеленского, сука. Ага. Путин все правильно делает. Конечно, потери большие, дома, люди, жалко, ну, но что, если они геноцид, блядь? Та же Западная Украина давит на Восток и жива еще не хозяева. Шухевич, блядь, Шухевич, Бендера, герои. А Жукова памятник Рокоссовского ломают. Нормально это? Которые войну выиграли. Это нормально? Вот скажите, чисто по-человечески. Войну выиграли, они их памятники в Киеве ломают, а шествие идет, мэр Кличко приветствует. Это нормально? Путин смотрел, смотрел долго на это. Надоело уже. И подтягивает Зеленский, связан, блядь, с Америкой, подтягивает сюда, чтобы стояли натовские, вот в НАТО, примите в НАТО, чтобы стояли войска близко России. Ну, Путину оно надо под носом иметь, что он дурак или что? Понимаете? Вот это пошло, с 14 года пошло. Теперь Зеленский говорит, ладно, Крым я вам отдаю, отдайте Донбасс. Так Крым, блядь, у меня внучка живет. Я езжу каждые 3-4 месяца, ездил до войны. Там процветает, дороги Путин поделал. Все это не то, что я хвалюсь, оно так и есть. А при Украине оно загнивало. Это по пьянке Хрущев отдал когда-то, блядь. Крым всю жизнь был российский. Ну согласитесь. Есть песня такая, ей 200 лет. Севастополь, Севастополь, город русских кораблей. И Севастополь, бухта была... Российские стали всю жизнь, 200, а может 300 лет. Я ж не выдумал, это так есть. Как зовут? А? Как зовут? Володя. Владимир Петрович. Ну, дело в том, что я вам скажу. Все с 14 года как началось. Вот это Порошенко, Поруби, все эти, блядь, Поруби, Порошенко. Они всю страну довели. Путину надоело смотреть на это. У любого спросите. Ну да, конечно. Ну вы видите. Ну это... Тяжело это дается. Ну нацисты давят и все. Ну понимаете, давят. Западная Украина идут сюда. Это Азов. Их же проплачивают. Тот же Порошенко, Зеленский под эту дудку пляшет, что. Ну, надоело на это смотреть. Да, последствия, ну, вы видите, очень плохие, очень. Люди, ну, переживут, чтобы этих гадов не было. Нет, это неправильная власть. Был Янукович президент, говорят, воровал золотые унитазы и там все-все-все. Да он учился, где они преподавали. Они разворовывают все. Что он там каждый, понятно, немножко берет. Но эти обнаглели уже. Не надо было с этим как-то кончать. Потери, конечно, очень огромные. Вы видите, разбитые дома, люди без квартир, без мебели остались. Сколько жертв. Ну, когда-то это надо было, и оно к этому шло. Янукович, что подписал в 2014 году, что он освобождает, ну, уходит, все. Зачем они Майдан затеяли? А кто там? Кличко был, тот же Поруби, Порошенко, Юлия Владимировна, блядь. Все эти негодяи. Яценюк, Луценко, Ярош, Белецкий. Да их, блядь, человек 20. Негодяи, блядь.
А теперь вот последствия. Что это? Все разбито. Ну что это? Восстанови, попробуй. Я родился, вот тут когда-то дома стояли, вот остановка. Вот тут я родился, в 49-м году. Вот тут я родился. Если покойный поднялся, директор завода Бойко, которому Кучма, второй президент, вручал героя труда, и считался он народный директор. Если бы он сейчас, царство небесное, поднялся и глянул, что сделали с заводом, он в ужасе был бы. Спасибо большое, извините. Я покажу правду, я в Ушане. Счастливо. Со мной согласны в основном, любого спроси. Да, это тяжелая потеря.